Всем привет, дорогие друзья! Ловите отличный рецепт ПП-салата. Для этого нам потребуется грудка куриная, 2-3 яйца, шампиньоны, йогурт греческий. Для любителей остринки можно добавить чеснока, соль, специи по вкусу. Для этого мы берем курицу и яйца, отвариваем, шампиньоны нарезаем, обжариваем. Соответственно, это все курицу и яйца, то же самое вы нарезаете, все это перемешиваете. Можно сделать в паштет на блендере. В моем случае просто мелко все это нарезано. Добавил соль, специи по вкусу и немного йогурта. А, и еще один ингредиент, это мягкий сыр. И потом наслаждаемся, мажете на хлеб. В моем случае это хлебцы. Вкуснотища.